Доброе утро. Сегодня паркохозяйственный день. Я думаю, что Людмила Морозова знает, что это за день. На улице дождик, и хороший хозяин даже Александра Дока не выгонит сюда. Ребята пришли поставить вот этот фонарь, поднять, а на улице дождь. Ну и решили, ну я давно уже это планировал, задумывал, поменять в будках материал. Потому что он уже весь истрепался. А у нас вот тут есть чем поменять. Я принес с подвала коврики и будем производить замену. Вот видите, вот потрепался уже, вот они уже тут все это. Там ребята уже поменяли, а здесь надо будет менять. Здесь тоже поменяли, да? Ага. Настюшка, примеряй. Вот, хорошо. Везде перед будкой коврики. Сегодня и я буду менять. Сегодня смена ковриков. Поделюсь секретом. Вот с Озона пришел коврик. Идите вот сюда, какой-то немецкий. А я достану фонарик. Вот сюда будем менять. А тут вот сюда. Так что не только деревья меняем, но и коврики. О, смотрите, отойдите. Ага, тут, вот видите, ну конечно, фонарик сейчас самый важный объект, знаете, все, новенький. И здесь тоже новенький. Навьё. А вот это, конечно, поменяем. Ну что там? Здесь. И тут, да? Да. Ага. О, новенький коврик. Ну, прибудочный коврик. Нормально себе еще чувствует. А это, помните, я пятерочку нашел? Сережа, когда менял, сажал шарик, когда замыкание устроил. И вот такая вот пятерочка там нашлась в земле. Чего не знаю. Так, ну, сейчас. На улице еще одна будка осталась. Но я там, смотрите, поменял перед домом, коврик постелил. Даже Джерику постелил, видели? Коврик. Теперь у всех новые коврики. Этот коврик у нас вот черный нормальный. Этот тоже нормальный. Грязь задерживает. Этот сейчас, тогда я камеру выключу. Вот за место того тогда поменяете. Под тумбочкой, которая, потому что там они перед будкой. Это самое теплое место. Отсюда у нас стоит вентилятор и дует воздух. Из ванной комнаты сюда.
Ого. Ты натрепала, глянь, зубами. Есть такие, которые нельзя стелить. Покушаться. А чё ты мою будку трогаешь? Она тебе нужна? Лежали себе спокойненько. Нет, какой-то новый материал придумали. Мирка. Реакция уже лучше. Да. Я даже не знал таких способностей у Марсика. Вот у Мирки способности сразу все грызть. Марсик, он боец, видишь? Серега его дрессирует, оказывается, на бои. Думаю, вон он что такой воинственный. А это в это время хомячит, вон ковер, видите? Кто на что учился? Серёг, давай быстрее, а то она его распустит, ковер. Мирка, глянь, уже нашла конец и... Марсику нравится. Это нет. Это ближе к столу сразу. Ты ее стукнул по жопе, она побежала твой чай допить. Вон, видишь? И сигарет покурить. Так, водички попейте. Ну все, надо выключать камеру, а то я не даю ребятам работать. Сейчас они переждут, пока дождик закончится. Что там, Игорь? Еще идет, но... Мелкий закончится. Закончится. Надо будет тогда поднять ее. И сегодня у нас по планам почистить озеро. Вот он, насос. Я отремонтировал с работы глубины. И мы чистим. Ну, а пока... Вот. Обновляем будки.